Я слышу... Ты что, дурная Чика? Привет, дорогие друзья, с вами Димас, мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Майнкрафт, карта FNAF 1. Ярик, поздоровайся. И всем привет. Сегодня у нас Ярик будет играть за аниматроника, а я буду охранником. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. На карте стоит очень много аниматроников, они все разные. И среди них где-то есть Ярик. Да, Ярик? Хитрый жук. Да. Кстати, этот звук ты слышишь? Какой звук? Это аниматроник, наверное, издает? Да нет, тут я вообще стою на месте, никуда не хожу. Ой. Так, подожди, только что здесь не было аниматроника, я это точно помню. Головой шевелят, может у них в руках все-таки что-то шевелится? Я слышу! Ты что, дурная Чика? Ярик, это ты, я знаю! Так, я насколько знаю, здесь еще даже есть подвал. Очень копия похожа на Гаррис Модовские части. Ты что, ненормальная, что ли? Отвали от меня, ненормальная Чика. Блин, тут куча аниматроников, я боюсь здесь... Подождите, мне показалось, он тоже пошевелился. Нет? Кажется. Креститься надо. Так, а что у нас тут? Ого, их тут сколько! Ни финта себе. А так, что у нас в ящике здесь? Так, алмазная мотыга. Да все, берем себе, пригодится. Эй, кто там? Эй, кто там двери щупает новые? Так, я не могу здесь ничего включить? Вот этот разработчик постарался. Так, кто там? Ты чё, псих, что ли? Опа, он уже здесь. Вот он, я вижу. Так, очень стрёмный аниматроник. Надо на него смотреть. Он как-то исчезает. Рандомно бегает. Так, я бегу в свой офис. А, кстати, здесь еще есть игровой зал. Я вам сейчас покажу. Там тоже очень круто все проработано. Давайте сюда сбегаем. Здесь у нас уборщики стоят. О, баллон-бои. Здесь должна быть шкатулка. Уже не помню, да, вроде ее. Она здесь должна быть. А, вот же она. Здоровенная. Так, кнопочки. Игровой зал. Так, все. Ярик, я иду в свой офис. Хорошо, иди. Буду защищаться до последнего. А, кстати, даже сзади есть стекло, где ты можешь пройти. Ну что, давай, нападай. У меня тут телевизоры есть. Странно, как-то они работают. Так, кстати, очень хорошо продумано сделано, что можно заглядывать. Так, я вроде вижу, там кто-то ходит. Ну, свет мерцает, да? Или так по карте просто сделано? Тут уже нельзя заглянуть. Эй, ты где? Неважно, где я. А где ты? Я слышу, ты где-то ходишь. О, тут свет мигает. Так, а тут что у нас? Ну, ты где? Я слышу, кто-то... О, вот ты! Ушел, черный челик. Ярик, а ты можешь телепортироваться или просто исчезать? Нет, у меня есть режим спектатора, это каждый аниматроник так может делать. А какой кнопкой? Ну, это можно даже делать без аниматроника, это в самом Майнкрафте. F3 плюс N английская. А-а-а, и ты можешь невидимый ходить просто и пугать меня? Эх ты, Ярик. Кстати, у тебя есть аниматроники, вроде Фредди и Фокси, они звуки издают прикольные. Поют песенки. Знаешь, что я думаю сделать? Нельзя, Ярик. Я закрытый, у меня тут дверь освещена этой священной водой. Да. Не, я кое-что другое хочу сделать. Я хочу сделать с тобой вот... Сейчас вот тут звук один будет такой интересный, я с тобой то же самое сделаю. Давай, покажи.
Сейчас только подожди чуть-чуть. Кстати, игра, ребята, с шейдерами очень круто смотрится. В каждом ролике использую разные шейдеры, чтобы было вам интересно смотреть. Сейчас только чтобы же не испортить здание. Я ж тут все-таки живу, я же не хочу остаться бездомным. Сейчас, подожди. Я слушаю, никого нету. Ты что, через потолок ко мне лезешь? Нет, я как узнал. Ты ко мне копаешься, что ли? Ты новую вентиляцию делаешь на карте? Да. Я уже почти прокопался. Чуть-чуть осталось пару блоков буквально. Все, я сейчас уже буду прыгать на тебя. Хорошо, прыгай. Ярик, ну как ты меня нашел? Ну блин, а, отвали! Опа! Я запрятался! Типа заныкаться можно. Я тебя вижу. Ой, я сам испугался. Я тебя такой ради. Чик. Чпоникс выглянул. Никого нету, можем вылазить. Ну правильно, если я не могу пройти сквозь дверь. Камеры стоят. Да-да-да. Если я не могу сам сломать дверь, она слишком прочная, то тогда... Слышу, бежит. Чё, я думал, это Фокси. О, привет, лупоглазый, как дела? Какой лупоглазый? У тебя глаза лупоглазые. Всё, я... Иди, обиделся, давай. Позови своего батю, кто там у тебя батя? Я сейчас старшего брата позову. У тебя старший брат есть? Я слышу, кто-то топает. А, это я иду. Я слышу, кто-то бежит. Чика заскриптованно побежала. Чпоньк исчезла. Все, эй, какой твой офис? Выходи, это мой офис. Ладно, я ухожу, я сейчас позову этого дедушку сейчас. Давай, у тебя дед есть? А кто у тебя дедушка? Дедушка Фокси? Нет, кое-кто дедушка пострашнее. Фредди? Нет, кое-кто пострашнее. А кто там пострашнее есть? Я никого не боюсь, я ж охранник-убийца. Хорошо, а если у тебя прям перед лицом появится огромный аниматроник, ты испугаешься? Да. Вот все. Слышишь? Знаешь? Да, слышу. Это псих какой-то, убийца. Я тоже стрёмный звук появился. Да. Так, а ты где? Я тут ищу, летаю. О, все, я тебя нашел. Эй, ты мне не можешь найти. Застынь, я тебя не трону. Давай. Ну все, стой на месте, я за тобой слежу. Я тебя не вижу. Эй, я вижу, психичка пришла. О, я могу в шкаф, что ли, залезть? Эй, ты что за конченые звуки издаешь? Какие звуки? Я не могу тебя дамажить или дамажу? Да ты бьёшься больно. Эй, иди сюда. Я тебя тоже буду бить. А я не умираю, да, вроде бы? Кто кого? Аниматроник против охранника. Я тебя вроде не дамажу, да, Ярик? А тебе больно? Да, у меня дамаг уходит. Сколько у тебя сердечек? У меня полное. Ты мне не дамажишь, Ярик. О, дамажишь. Я сейчас еще раз ударю. Стой, не бей, пожалуйста. Все, я пошел, пока, я сейчас позову. Ты не пройдешь. Знаешь, что такое говорят, типа, счастье с небес прям валится. Да. Вот сейчас подойди там, где ты поджег. Вот прям туда вот подойди. Иду. Вот подойди на то место, давай. Стою. Вот смотри. А ты говоришь, счастье с небес не валится. Ого, ты страшно. А где ты взял такую марионетку? А тебе какая разница? Ничего себе. А я себя не вижу, а что, вампир? Не знаю, я тебя вижу. Да больно же, наверное. Ты горелый кусок говна. Эй, не называй меня так. А ты можешь сгореть в огне? Да, я могу. Я сейчас взорву динамит. Тебя сейчас взорву, иди отсюда. Я ухожу. Давай, 3, 2, 1. Все, ушел, хорошо. Чпоникс. Чекаем. Убийцы нету этого неадекватного. Неадекватный аниматроник ходит. Будьте осторожны. Сбежал со психушки. Я вижу, он стоит за углом, смотрит на меня.
Опа, другого взял, я вижу, за угол. Так, опа, летающий Фредди. А ты откуда знаешь, что нет? Ну ты исчез, значит ты где-то появился. О! Опа, есть. А как ты звуки издаешь? Он сам по себе рандомно? Да. Тебе, кстати, нельзя на меня смотреть. В оригинале он убивает, если ты на него смотришь. А, все, я отвернулся. А если я сзади сейчас появлюсь? Я буду отворачиваться до последнего. Ну ладно, я тут тебе подарочек оставлю, надеюсь, ты не будешь против. Давай. Я тебя сейчас убью. 3, 2, 1. Эй, Ярик, мы так... Я же добрый. Да я вижу, какой ты добрый. Все, я тебя взрываю. Беги, Димка, беги! Я свалил, я свалил. Ого, там жахнуло. Не, Ярик, так меня не убьешь. ПВП, аниматроник против охранника. 3, 2, 1. Погнали. Давай. Что, вот так все просто и легко? Я тебя убил? Нет. Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.